Не потому что, короче, я это, а потому что я такой не очень красивый. Ой, випает, как он неприятно, но Витязь не реагирует. Так, давайте посмотрим. Опять он випает. Да. Ну хорошо, блок. Лоу. Так. Зачем-то он мешит вейк и получает. Так, ой, и теперь очень неприятная ситуация, так ланчи у него мало метра, он в углу и он получает по лицу. По своему белому лицу лысому, по лысому черепу, так. Больно. Просто за них серебро. Больно. Это флавлес Виктори, да. И он не отдает метр, это грамотно. То есть сейчас, один раз поймая, он вполне может убить. Хотя нет, есть. Это какой-то был странный интерьер, он сработал, я не знаю как. Так. Просто? Нет, не нужно этого делать. Так. Нельзя телепорт, он долгий, он перебивает за Сони. Просто она может не уважать его вообще. Сейчас может повернуться сюда. Так. Сейчас большой дэмэдж. Это был блок. Unbreakable. Да. Unblockable, вернее. Ну, это значит, все возможно. Невозможно и возможно, как смотрите, выбивал. И он по привычке, наверное, из Mortal Kombat облочит лоу, и съедает оверхед. Давайте вернемся к тому, что Витя сейчас комбит. Комбит плохой вейк. Да, как видите, Фитоскин смог выпрыгнуть. Черепа. И он должен... Нет, это была очень большая ошибка от Фидоса, которая, скорее всего, сейчас, если сейчас не задропать Витязь, будет стоить ему игры. И да. Уверенный первый бой за Фидоса, несмотря на то, что он поймал момент. Он, мне кажется, немного неправильно сделан, ему нужно было в угол скинуть с помощью зонинга, скажем так, в угол зонинг скинуть. Этот. Мне кажется, надо было ставить оверхед, но захват мышек. Да, возможно. Так, наконец-то, да, он есть unblockable, потому что unblockable. Это не unblockable, мышь всегда бьет первая, ну, это псевдо unblockable, так будем называть. Просто его называют unblockable. Там очень сложно. Там очень сложно блочить, там один или два фрейма на фузигард, это невероятно трудный блок. Но люди блочат, понимаете? Все-таки в России есть шансы. Ну, видите, даже это сейчас... Смотрите, видите, да, видите, загнал в угол Фидоса и стомпит его. И планчи нужно... Надо. Так, смотрите. Не угадывает, да. Очень хорошо. Хорошо, хорошо взял раунд. Правильно, Витязь не сделал брейкер. Оставил на следующий раунд. Так. Ой, он вифает интерактивом, и как это наказуемо, посмотрите. Сейчас выйдет 40%, по-моему. Дропает неприятный дроп и садится против Сони. Да. Ну, он ждет лоу, хотя... Лоу слишком короткий. Опять. Витязь, который привык влочить в МК9 на прыжке лоу. Какая грязь! А это 50% сейчас. Боже, да. Если Витязь не дропнет, это практически раунд. Ах, как он удачно дроп. Так. Потому что этим убоем. И нужно угадывать миксап. Видите, нужно было миксапить Фидоскину, а не пытается делать какой-то псевдопрессинг. Так, не угадывает. Но Фидоскин не конфермит. Ну, это невозможно было конфермить. Отлично, очень. Мышка. И это плохо для... Да, плохо для Витязя. Замечательная игра. Да. Немножко пьяная Соня качается. Вообще, игроки, вот представляешь, когда, знаешь, финиш им говорят, они как будто пьяные на самом деле, большинство из них. Ну там, ладно, Девора, она там дергается, как вот, знаешь, такое. А, да, есть такое, я понял, как будто, знаешь, ее паралич схватил. Да, я да, понял, да, о чем да, ты да. говоришь. Паркинсон у нее где-то там начался. А Соня как будто реально бухнула где-то там. У нас тут get hype. Так, Витязь показывает что-то неразумительное, потому что объективно, если сейчас он возьмет Саб-Зира, я вам говорю, он отдаст этот бой. Не подсказывай. Да, давайте, не будем прерывать хайп, но брать Саб-Зира здесь не... И есть вероятность, что он возьмет другую вариацию за Соню и будет зонить. Да, смотрите, спецназ, думает ли он. Но ему нужно думать более объективно к тому, что у Кванчи проблемы, если его повалят, тем более в углу. И блочить это очень сложно. Даже несмотря на то, что Sony все наказывается. Ну, он все решает. Все-таки кавертопс выбирает. Sony с грязным лицом врывается в бой. Косплей Трембо. Может, у нее там в комиксе недавно Тремор появился, возможно, у них какая-то интрижка. И это немножко грязь от Тремора осталось на лице Sony.
Блин, ты меня заразил, то что пошло. И вот начинается бой, у нас архив. Не угадывает он лол, и у него есть еще бар, и все не очень хорошо, что вы видите. Да, не в этот раз он не блочит. Он даже не блокирует лол, то есть он даже мышку не кидает, это странно, опять то же самое. И не затаймил фидос, потому что должен оверхед всегда вторым попадает в любом случае. Может, видите, тогда повезло просто. Это как повезло сейчас Фидос, потому что не наказал, но он съел часть стринга. И зачем он нажимает что-то на вейкапе, я не понимаю. Так, Витязь, он переходит в атаку. Фидоску сейчас нужно угадать, если он этого не сделает. И это было очень глупо. Так. Нет. Нельзя тогда. Углу это сейчас будет. Ой, за 30%. Так. Давай. Дэч, это, ой, это очень грязно. И хорошо. Просто не да, сейчас нужно призывать мышь, посмотрите, и все ли. Пытаюсь перезвонил. Что ему это принесет? Это принесет что-то. Я не могу даже назвать, что это. Ничего серьезного. Сейчас так. Не подпускай себе Соник. Главное, чтобы Федорка не подпускал себе Соник. Он специально сделал экзобы для того, чтобы взять себе адвентаж. И о, руны огромные. Руны нельзя промахиваться вообще, тем более против Сони. Она очень легко добирается. Добьет ли она его? И нужно... Нет. Да. Да, да, Витязь побеждает. И Федоскин мог, но... Не